Здравствуйте, дамы и господа. Как ваше ничего, сегодня у нас суббота. Это значит, что, ну, выходные, а это значит, что вечер всратых хорроров, да? Вот. Вечер всратых хорроров не в воскресенье, хотя зачастую он в воскресенье у нас, потому что у нас с вами завтра будет, скорее всего, наказание. Сегодня, короче, прислали снова хорроров товарищи зрители. Я так могу сказать, что большая часть из них откровенно дерьмовые, вот. Хотя, может быть, это только так выглядит, потому что на предыдущем вечере всратых хорроров тоже были ваши хорроры, и они были хорошими. Хотя выглядели не такими уж хорошими. Так что, да. Вкусно. Мой любовник пишет. Блять. Соседник у него такой. Я сейчас так долго буду ходить, что когда что-нибудь произойдет, я просто напугаюсь до усрачки, я думаю. Пусто. Кто это? Это моя машина. Моя машина, говорю. Блять, господи, ёб твою мать. Ладно. Это было неожиданно. Кто мог подумать, что машина поедет на тебя? О май. О господи, врача, врача. Позовите врача. Бежим. Убей. Беги. А он типа по лестнице убежит. О, бля. Не надо, только не в дёсны. Мне понравилось, как он такой. Ну как? Да, ну как? У тебя были бредовые сны после прохождения хорроров? Да. Мне сегодня сон снился, пиздец, какой странный. Я с двумя женщинами, одна такая прям бабушка, ты знаешь, а вторая такая, ну, бальзаковского возраста, мы втроем. Я купил билеты на троих, и мы идем в театр. Я, короче, прорываюсь их, ну, в общем, протаскиваю через толпу в очереди людей, сажаю, там огромный такой зал, короче, там, ну, кругом сидушки, какие-то красные транспаранты, там, типа... ударим трудом по безработице, там, ну, такие вот коммунистические, короче, там, типа, фотографии Ленина, там, на сцену выходит какой-то оркестр колхоза, там, имени песни и пляски, и начинают там «Выходи!» И я такой думаю, блядь, проснулся такой, ты с прошлой жизни что-то или что? Ну, реально, это был странный сон, да. Да-да, шутки про молодость вспомнилось, они смешные, конечно, совершенно непредсказуемые. Недавно археологи нашли пещеру с наскальной живописью времен палеолита. Там остался запечатлен твой стрим для племени. Замолчи, пожалуйста. Интересно, говорит, кого же я настолько сильно разозлил, что он меня поместил в комнату с этим? Опять игра слов. Да тут не такая, как в персоне. В персоне там... Перевод пиратский. Бля, говорит, он меня обоссал. В оригинале там хиппис из Миов, типа, он злит меня. Я его разозлил или что-то такое. Так, это надо открыть. Быстрей, блядь, быстрее. Бежим. Я так медленно открывал эту штуку. Так, открыто. Блять! Нет! Да, блять! Зачем я закрыл все двери? Открой. Блять, я опять закрыл! Открывай. Фу. Я же не знал, что один значок такой, а другой такой. Они выглядели так, как будто открывать это закрывать, а закрывать это открывать. Бежим! Бежим, блять! Бежим! Бежим! Открывай! Закрывай! Открывай, блять! Опа! До свидания. Открываем эту дверь. А эту пока не открываем. Они прошли мимо. Вот они, лошары. Они ушли все туда налево.
Так, спокойно. Блять, ты зачем дверь-то не открыл, когда надо было? Ой, блядь! Ааа, блядь! Сука! Иди отсюда! Ну ты огребаешь. Нет, ладно, бежим. Да-да, я не очень умный. Да! Ус, да сука! Все, хана. Блядь, еще аккумулятор сдох, походу. Ну все. Все. Смотри, как я припарковался, да, профессионально. Будет проклят тот день, когда я сел за баранку этого автомобиля. Хозяева? Я постучался, но никто не ответил. О, боже, блядь, я открыл дверь гаража. И понял, что я... Мое сердце выскочило, когда я открыл дверь гаража. Я понял, что я нахожусь в Ленинградской области. Это все здорово. Замечательно. Бензин-то есть? Спасибо. Так, я взял топливо. Решил уходить. Я начал бежать к своей машине, как конченый. Ебать. Я заправил машину, а теперь я мог уехать. А он сзади, на заднем сиденье. Да нет там никого. Поехали. Что-то съел не то сегодня. О, господи, блядь. Посмотри на эту шею. Но мужчина явно, в общем, сидел сзади. Чач, давайте поможем стримеру с Тижигули выйти от этой игры. Не получится уехать от этой игры, пока не пройдем автомеханик с гаражей. Сколько не заводи, понимаешь? Сколько не заводи. Подожди. Не надо этого делать, подумай. Бля, он хочет меня убить. Иди отсюда. Иди отсюда, быстро. Чё-то она мне... Ну, не нравится. Ты знаешь, а... Тихо. Спокойно. Тихо. О, бля! Так, спокойно, блядь. Я, что это такое? Что за невидимая стена? Да вы чё, прикалываетесь? Вы чё вообще? Так, спокойно. Бля, чё делать-то? Нажимай эту кнопку. Так. Опа-на. Ой, блядь, она идет! Она! Бежим! Блядь, что за невидимая... Что так? Что за невидимая стена? Вы что, прикалываетесь? Тут невидимая стена! О, господи, боже. Ты яйца носил? Ну да. Шилтоп, ти Зачем вы это делаете? Вы глупые. И что? Мне нужно приготовить зелье, о котором мы говорили, для твоей сестры. Подожди здесь и позаботься о сестре, пока я соберу травы. Ладно, мама. Как дела, сестрица? Не очень хорошо. Я хочу, чтобы мама уже лекарство принесла.
Не волнуйся, я найду ее и перенесу тебе твое лекарство, сестрица. Подожди, вот рецепт маминого зелья. Если ты не найдешь ее, принеси это мне. Так, цветы ищем. Мама. Блять, что это? Это что такое? Нихера себе, у нас вокруг дома анаконды ползают. Мама! Мама! Оно хочет сожрать меня, мама. Мама, но я хочу сожрать его. Подожди, то есть автор реально сделал огромную территорию и реально рассчитывает, что я буду, ну, искать один цветок где-то здесь, он его только в одном месте поставил? Ты представляешь, какая это дичь? Маму-то надо искать. Ну, я ищу маму в процессе. То есть вы реально рассчитываете, что я вот где-то здесь должен найти в темноте. Ночью. В лесу. Со змеями. На огромной территории. Есть мнение, что я уже не совсем смогу найти путь домой. Вот что меня волнует. Поэтому по-хорошему нам надо бы возвращаться. Если заблудился, еще мох. Зеленый свет успокаивает. Хорошо. Проще было бы игру перезапустить, по-моему, я куда-то ушел нахрен. Даже не... Не-не-не, теперь уже принципиально надо найти выход из этого дерьма. Это что за ебаное болото? Куда я пришел? Я тут был? Подожди, я с какой-то горы еще спускался. А, ну тут, наверное, сейчас будет подъем, да? Просто я помню, такой, ну, резкий был спуск. Угу. Интересно, ну, ого, смотри. Ох, меня глючит, оно как будто... Ты знаешь, такое ощущение, что это как Майнкрафт, оно просто процедурно генерится вокруг меня. Мама! Мама! Бля, мама сама... Я понимаю теперь, куда мама делась. Она вышла за травкой и просто... Она за травкой Роскомнадзор, я имею в виду, за лечебной травой для вот этого вот рецепта зелья скаточного. А тут ты подумаешь. Вот. И просто не может найти дом, понимаешь? Потому что, ну, компас не изобрели, карту тоже. Да, да, я облажался. Да, я заблудился. В следующий раз не буду далеко уходить. Так, Невгами. Мамина одежда, что же с ней произошло? Луна сегодня такая яркая, и новый голос внутри меня все это время 3 из 5. Это, в смысле, 3 из 5 оценка, что ли? 3 из 5, о боже, 3 из 5. Мама! Мама, блядь! Ой, блядь, мама, ты кто? Это не мама! Мама-павук? Где мама? Ёбаный павук! Где мама? Мама! Где паук? Нет, паук! Где мама? Кто мама? Здесь в пещеру, демон! В пещеру! Ой, ну, в смысле, в клетку. Где мама, говори мне. Он не хочет. Ада. Ада. Ада, я ищу тебя. Ах ты! Не надо рассчитывать на меня! Бля! Сестрица! Вере Вульф! Вере Змав, Вере Вульф! Сука, это игра. Я в начале стрима вас несколько раз предупредил, что сегодня будут вот такие игры. Да. Они такие и есть. Я был прав. Но это, по крайней мере, весело. Вот такая вот история, ребята, да. Это было странно. Самое странное в игре было, это генерация мира. Мы там просто реально куда-то хер знает куда убрались. И вот мы, в общем, да. Сегодняшний вечер всратых хорроров был действительно всратым. Это я должен сказать вам со всей определенностью. Но при этом вполне себе неплохой. Спасибо, что посидели со мной сегодня. Мы хорошо провели время. Вот. Поиграли в разные игры. Было страшно. Очень редко.
смешно зачастую. Местами было откровенно всрато. Но я думаю, что вечер всратых хорроров прошел хорошо. С другой стороны, следующий, я думаю, будет лучше, потому что там по хоррорам всратым кое-что должно релизнуться. Еще парочка игр, которые я знаю. И все. Удачного завершения вечера. Приятно покушать, поспать, там вот это вот все. И хороших выходных. Увидимся. Всем пока.